Все спокойно, но смотрите в оба. Что, ожидаются гости? Крофт может попытаться освободить пленника. Нам приказано быть настороже. Почему бы его не убить? Возможно, он еще что-то знает. Константин скоро развяжет ему язык. Грузовик был перегружен. Мост не удержал. Да тут все разваливается, только дотронься. Будем докладывать? Без толку. Все собираются и готовят. На Троицу. Нет, я помогал зачистить остров после побега этой Кроп. Нелегкая работенка. Местных тоже пришлось перебить. Ага. Какой ты культ солнца. Психи долбаные. И как только Кроп уцелела в команду. Ну, как-то уцелела. И нам теперь с ней разбираться. Обсерваторию прошла успешно? Да, Атлас наш. Его доставили на метеор... Кажется, там кто-то есть.
Старая советская табличка. Это печать для офицера. Подрывников уже грузит вертолет. Я и не думал, что доживу до второго этажа. Не спи в дозоре. И вообще, смотри. Кстати, эта кровь все еще на свободе. Эй, помоги ко мне! Ее одна главная. Погоди, сейчас. Когда ее не убили, когда была возможно. Она ведь не пригодилась. Привела нас сюда, да? Пыталась ее завербовать? Не наше дело гадать. Нам приказано мы стоим на пороге. Подвеска. Винтовочный патрон. Я не умру в этой бу... В этот раз я... Подчинись, божьей воле! Если собрался читать проповедь,
Лана! Ты ей всецело предан. Я восхищен. Правда. Но у меня кончается терпение. Говори, что знаешь. Живо! Прошу, прошу, не надо. Не слушай его! Я всего лишь делал то, во что верил. Обыскать тюрьму. Убить всех. Безоружен, я не смог. Чш, ты не обязан. Прости, что втянула тебя в это дело. Думал угнаться за тобой. Они идут. Мы окружены. На этот раз я тебя прикрою. Он умирает. У нас мало времени. Запри дверь. Всем отрядам, нам приказано ее убить. Мы почти на месте. Цель пока не вижу. Жду дальнейших приказов. Удерживать позицию и быть наготове. Она опасна. Вас понял. Мы заняли позицию, видим цель. Придется с ними разделаться. Подтверждаю, цель обнаружена. Оружие к бою! Черт! Давай, давай!
цель. Повторяю, видим цель. Соединяйтесь к главному отряду. С этим мы разберемся. Бросаю гранату! Последний. Надо вернуться к Ионе. О, боже, только не это. Иона! Иона! Лара. Я здесь. Лара, послушай. Не двигайся. Если мне не суждено выжить. Не смей так говорить. Да ты слушай. Перестань винить себя во всем. Каждый из нас делает свой выбор. Ему недолго осталось. Нет, он должен жить. Мы ему поможем. Надо доставить его в обсерваторию, к Якову.